Приветствую вас, обращаю ваше внимание на то, что вы мало предоставили информации о себе и о том, что с вами происходит. То есть надо бы это все поподробнее, конечно, изучить и поисследовать. Вот, потому что по-другому здесь разобраться мало возможно, мало вероятно представляется. Вот. Но тем не менее, да, тем не менее. Начать надо с того, почему именно вечер. То есть вот, что такое эмоция? Чудно, что это? Это возвращение к эмоциям, не чувство, а эмоция. Эмоция. Это возвращение к определенному переживанию. Первичному переживанию. Да? То есть, когда вы, например, чувствуете... допустим, пусть это будет печаль, например, или радость. Вот когда вы эти вещи чувствуете, от чего-то, то есть вас, например, допустим, радует какая-то песня одна, да, и она вызывает у вас там, какие-то чувства особые. А вас, будоражит там, допустим, какой-то фильм. Да? Вот. Который, соответственно, тоже вызывает чувства. Вот. Определенные. То это все, не что иное, как ностальгия, понимаете, какая история, вот. И, как бы, эмоциональный след имеет место быть, понимаете, и ваши переживания, они оттуда. И их нужно изучить. Да? Вот. И тогда можно будет понять, что вызывает у вас такие чувства. Какие происшествия в вашей жизни вызвали такие эмоции. Понимаете? Вот. И тогда будет понятно, на чем это основано. И, как сказали мои коллеги, вот. Это нужно не подавлять, а именно раскрывать, значит, то, что у вас происходит, то, что с вами происходит, вот, и все, и так вы сможете понять,
что это? И что с этим делать, грубо говоря? Понимаете? А бороться? Ну, что значит бороться? Да, вот, что значит бороться? Бороться это подавлять, а значит, понимаете? Ну, много вы не подавите, все равно. Именно, ну, именно много, много вы не подавите, никак, вот. А при всем желании не подавите много, понимаете, вот. Так что, я думаю, что ориентироваться нужно вот именно, именно на это, понимаете? Ориентироваться нужно именно вот на ваши чувства, которые есть у вас. И тогда уже можно будет, соответственно, о чем-то говорить. А пока, ну, пока это... Пока это вот... Только подавление происходит у вас, по сути. И все. Вот. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Вот. И поняли, что с этим нужно делать. Вот. Вот так. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. А на этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!